Мы планировали выйти с понедельника уже на занятия, так как надеемся, что будут сняты все ограничения в связи с коронавирусом. Но вчера директор нашего учреждения вручил мне приказ о приостановлении деятельности цирковой студии на неопределенный срок. Якобы цирковая студия «Феерия» сначала должна утрясти проблемы с документами. Руководитель секции подозревает, что дело совершенно в другом. Год назад одна из учениц Татьяны получила травмы во время тренировки. 5-летняя девочка упала во время исполнения трюка на высоте. На данный момент есть две версии. Родители ребенка говорят, что это было падение с 4 метров. Она начала выполнять трюк, получается, упражнение на носках висеть. И в этот момент она срывается и падает на пол. Там порыв печени был, внутреннее кровотечение. По ночам нас мучают кошмары. Очень сильно боится теперь высоты. Со слов Татьяны, ее воспитанницу травмировала страховка. Ремень сильно перетянул талию, падала девочка с метровой высоты. На чьей стороне правда, должен решить суд. Уже прошло предварительное заседание. 10 августа следователи потребовали от южноуральских чиновников навести порядок в документообороте студии. Руководитель ДК, где теперь базируется сеть, секция, вероятно, тоже получил предписание. Предварительное расследование было закончено 30 июля. На каком основании 10 августа Следственный комитет в администрацию дает какие-то представления? И при чем здесь дети? Ну, как бы, наводите порядок в документации, мы не против. Но дети должны заниматься. Цирковое искусство постигают 64 ребенка. Родители и ученики расстроены, что тренировки на высоте опять откладываются. На снарядах дети не занимались с конца марта. Для наших детей очень важна координация, очень важна пластика, очень важны вот эти навыки, которые отрабатываются много лет, они их просто могут потерять. Дома нет таких условий. Если нужно сделать кувырок какой-то или там сальто, ты этого не сделаешь дома. Родители юных циркачей сегодня отправились на переговоры с директором Дворца культуры. Встреча проходила за закрытыми дверями. Комментировать свое решение на камеру руководитель отказался. Вы, пожалуйста, ответьте. Воспитанникам студии объявили, что занятия приостанавливаются на неопределенный срок. Тренироваться запретили даже на улице. Чуть позже стало известно, что директор ДК изменил решение. После встречи с родителями и прессой он объявил, что с завтрашнего дня тренировки возобновляются. Мария Минина, Денис Оснач, 31 канал.